Леонид Сергеевич, знаете, что хочу попросить вас? Да. Что? Только не растерзайте меня. Мне очень для фильма нужна прогулка Броневого по Петербургу. Нет, этого не будет. Этого не будет. Не будет, не будет. Надо иметь совесть. Руслан, надо иметь совесть. Если у тебя ее нет, то ты уж так и останешься без нее. Понимаешь? Не, мне кажется, не будет этого, никакой прогулки по Петербургу. У тебя есть зимняя натура, у тебя есть летняя натура, у тебя есть в театре, у тебя будет здесь, у тебя есть вокзал. Что ты вообще? Ты не думаешь, что чем больше, тем у тебя фильм будет лучше. Не думай ты. Прогулка. Ты же хотел, чтобы я по сцене тебе бродил. Это я уже видел у всех. Все бродят по сцене. А если на катере прокатиться по каналу, никуда ходить не... Чего-чего? На катере по каналу. Нет, ну что ты, бог с тобой, никогда в жизни. Кум катере. Оставьте меня в покое.